Это небольшое путешествие. Сегодня оно специально для тех, кто не прочь испытать себя, проверить на выносливость и смелость. Мы приехали на конный двор. Запоминайте дорогу, езжайте по М-53 прямиком в Емельяново, в поселке держите курс на улицу Комсомольскую. 28 километров, около получаса в пути, чуть меньше 2 литров бензина на 67 рублей. Животное большое, эмоциональное тоже, видите, оно там где-то мух отгоняет, где-то еще что-то. Где-то хочет поесть, где-то хочет мордой пошевелить. В общем, шевелится. Майка, так зовут мою спутницу. Энергичная, но спокойная лошадь. Подбор животного для клиента лишь с первого взгляда процедура стандартная. На самом же деле это целый психофизический ритуал. Всадник и лошадь должны быть совместимы. Стоимость прогулки начинается от 800 рублей за 50 минут. За 2000 можно приобрести многочасовой тур вдоль Качи с пикником. В эту стоимость входит инструктаж по технике безопасности, и это важно. Важно знать и понимать, и принимать то, что лошадь – это животное, это не велосипед, на который можно сесть и поехать спокойно и легко. Могут возникнуть трудности. Нельзя пренебрегать техникой безопасности прежде всего. Нельзя пренебрегать словами инструктора, который с вами идет. И нельзя быть уверенным на 100%, что ты все умеешь и знаешь. Главное — найти баланс между робостью и уверенностью. А сделать это не так просто. Понадобится время, чтобы найти друг другу подход. Есть несколько советов, как получить от прогулки только позитивные эмоции. Во-первых, одежда должна быть удобной. Не рекомендуется отправляться к лошадям в шортах или бриджах. Обязательно наличие шлема, но об этом позаботятся инструкторы. В остальном, такое путешествие подойдет для тех, кто устал от пеших прогулок, но жаждет новых впечатлений. Отдыхайте насыщенно, а мы едем дальше. Виктория Лопатайте, Виталий Субботин. Новости ТВК.